Заседание Еврогруппы по долговому кризису Греции завершилось безрезультатно. Министрам финансов не удалось найти компромисс. В понедельник в Брюсселе греческий вопрос обсудят лидеры стран еврозоны. 30 июня завершается действующая программа помощи и окончательный срок платежей Греции по кредитам МВФ. Денег у Афин нет, а неплатеж будет означать дефолт. По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, МВФ, ЕС и Европейский Центробанк составили ряд предложений и существенно облегчили предъявленные Греции требования. Сейчас мы ждем. Мы надеемся, что последующие несколько дней будут использованы властями Греции для того, чтобы вернуться за стол переговоров с конкретными и заслуживающими доверия предложениями. Министр финансов Греции Янис Варуфакис утверждает, что Афины нацелены на достижение договоренности с кредиторами, но она должна быть адаптирована к реальным потребностям страны. Участники дискуссии по Греции, добавил Варуфакис, опасно близки к состоянию сознания, допускающему катастрофу, выход страны из зоны евро.